Напомним, ремонт тротуара не дал видимого эффекта. Вода по-прежнему стояла на проезжей части и пешеходной дорожке. Сегодня здесь появилась дорожная фреза, которая, по мнению специалистов, сможет исправить ситуацию. Спецмашина профрезеровала небольшую канаву вдоль тротуара, а поперек его сделали 5-сантиметровый желоб, чтобы спускать воду в соседний двор аварийного дома. Весной же на это место уложат трубу диаметром 300 мм со сливом в дренажный колодец, установленный в соседнем дворе. Это временное решение. Для снятия вопроса необходимо оборудовать ливневую канализацию, средств на строительство которой нет.